Господь, во имя Иисуса Христа призываю Божью силу, Божью благодать на народ Украины, на народ Кении, на народ Филиппин, стран Океании, народ Африки, на народы мира. Я призываю Божью силу, Божью милость, Божью благодать. Благословляю Уганду, Танзанию, благословляю африканские страны, благословляю народы мира, Америку, Европу, все страны. Благословляю во имя Иисуса Христа, Господь. Благословляю Россию, благословляю Африку, благословляю Океанию, благословляю Австралию, Америку. Благословляю все народы мира, Господь, призываю Твою благодать, Твою милость, Господь, во имя Иисуса Христа. Прославься, Господь, халидаруй спасение, Господь. Все Божьи церкви, Божьи ковчеги, которые Ты, Господь, поставил по всей земле, Господь, благослови, чтобы эти ковчеги, они были наполнены людьми, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, наполни сердца, Господь, подними проповедников, евангелистов, и наполни их слов, Господь, которое бы спасало, которое бы, Господь, их отлепляло от того мира, Господь, и приводи Божий ковчег спасения во имя Иисуса Христа по всей земле, Господь, также в нашу церковь в Украине во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы были ковчеги по всей земле, Господь. Пусть Твоя милость, Твоя благодать, Господь, она будет, Господь, в народах действовать во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, в эти времена. Я призываю Твою милость, Твою благодать, Господь, на всю землю, Господь. Покрой Свою милость, Свою благодатью, Господь. Открой сердца и двери, Господь, для спасения. Прославься, Господь, во имя Отца и Сына, Духа Святого. Аминь. Отец Небесный, мы дякуем Тебе за Украину, за все, что відбувається в ней, за все эти права по Твоей воле. Дякуем за то, что в этой войне на сходе Украины уже стало жертв. Час війни по мінімуму, слава тобі, Отче. І те, що відбувається за всяке перетворення нашої держави, цій владі, за ті необхідні реформи, які деякі з них розпочались, а інші більшість проєктів ще. Але це все збудеться, Отче, по Твоєму слову. Ми дякуємо тобі за все, за цей рух Твоїх вибраних на Україні. Твоє слово через ЗМІ, воно проповідується, і багато людей слухає їх. Це задля Твого виконання плану для України, для духовного підйому нашого народу, його майбутнього. Ми славимо Тобі, Отче, за все, що Ти нам приготував для нашого народу, за все, що воно в майбутньому збудеться, ібо Твоє слово живо і дієво на всі часи. Амінь. До приходу Твого Сина Ісуса Христа на землю. Слава нашому Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Я помолюсь за здоров'я наших слушателей і людей, які будуть смотреть. Господь Ісус, спасибо, милостивый Бог, за то, что Ты пришел в этот мир, пострадал для того, чтобы мы имели спасение, исцеление, освобождение от всякой болезни во имя Иисуса и от всякого нечистого духа во имя Иисуса Христа, Господь. Я провозглашаю слово Твое, в котором написано, что ранами Иисуса Христа мы исцелены, что все болезни наши Ты взял на крест. Исаия 53 глава, Господь. Я провозглашаю это слово, утверждаю во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо за то, что мы имеем полное право на исцеление, Господи, на освобождение во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу Тебя за тех людей, которые будут слушать нас или смотреть в записи, прикасайся к каждому из них во имя Иисуса Христа, Духом Святым, Господь. Давай мир и покой на сердце. Боже, я прошу Тебя за тех людей, которые переживают сейчас проблемы со здоровьем, будь то онкология или сердечно-сосудистые заболевания, или может COVID-19, Господи. Прикасайся прямо сейчас, и да будет разрушена всякая болезнь, всякая опухоль исчезает во имя Иисуса Христа. Сосуды исцеляются во имя Иисуса Христа. Задышка, всякие повреждения легких полностью исцеляются легкие во имя Иисуса Христа. Полная свобода от коронавируса во имя Иисуса Христа. Полное освобождение от всякой болезни, от ракового заболевания, от всяких раковых клеток во имя Иисуса Христа. Ранами Твоими, Господь, и люди исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. Полное исцеление, освобождение от всякой болезни,
болезни во имя Иисуса Христа, ранами Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа и жертву на кресте. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Господь, я благодарен за то, что Ты слышишь наши молитвы, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, за то, что Ты рядом с нами, Господь, несмотря ни на что. Спасибо Тебе, милостивый Бог. Слава Тебе, аллилуйя, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Хорошо, друзья. Благословляем вам, братья и сестры. Bless you, Пах Паленка, Хавана Седей, Маганда Араб, Хава Гудвек, Маганда Ленго. Гарного дня, гарного тижня. Благословения вам, друзья. Аминь.